Друзья, добрый день. Занимаемся строительством дороги. С Анной натягиваем по колышкам веревочку, чтобы приехал трактор и срезал склон данного участка и выходил вот на этот красивейший холм. И, соответственно, чтобы наши покупатели могли спокойно заезжать, делать бетонную дорогу. Мы сделаем обычную дорогу с крупным гравием, чтобы строительная техника могла заходить. И вот на этот холм будет классная дорога. Холмик у нас тут, на нем три участка. И один большой вот за моей спиной. Внизу холма там аж 10 соток. За очень небольшие деньги в Волконке. Из преимуществ, смотрите, тут у нас центральная вода. Самое интересное, будка с точкой подключения, вот прям вот где вы видите столб связи за моей спиной, там внизу будочка, это как раз вот местная водокачка. То есть тут отличный поток центральной воды, что важно в Сочи, друзья, это очень важно. И, соответственно, центральное электричество, и до моря всего лишь, если по прямой, это 950 метров, его видно за моей спиной, море вот оно там, либо по дороге мимо стадиона это где-то 1200 метров. Вот участки начинаются от 2,5 миллионов, это обычные ИЖС участки. То есть приезжаете тут, я думаю, даже можно делать ленточный фундамент, но я бы все равно его немножечко зарыл на где-то на метр. Поэтому, друзья, если у вас есть интерес, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем забивать колышки и натягивать ленточки.